уменьшить число переменных, уменьшить число градаций в переменной с наибольшим числом градаций, то есть взять, например, только Россию и еще несколько стран, которые наиболее интересны, а все остальные рассматривать как ада. Это первый путь. Второй путь состоит в следующем. Когда мы запускали модул Selection, у нас был определенный критерий для отбора значимых сочетаний. Он вот здесь фигурирует. Исходно здесь стояло 5 сотых. Стандартно. Если мы поменяем 5 сотых на 1 сотую, мы ужесточим критерий отбора. Тем самым мы уменьшим число значимых сочетаний в generating классе. То есть меньшее число сочетаний будет отобрано путем более строгого отбора. То есть мы с еще большей уверенностью сможем сказать, что именно эти сочетания значимы в нашей выборке и, соответственно, в генеральной совокупности. И одновременно мы достигнем цели уменьшения объема работы. У нас будет меньше сочетаний, они будут тянуть за собой меньше сочетаний более низкого уровня в соответствии с иерархическим принципом. И как следствие, машина, скорее всего, справится с задачей. Итак, я меняю на 1 сотую и заново запускаю. В итоге я получаю следующий generating класс. Вот он. Тоже 13 строк, но здесь, как мы видим, были шестимерные. Здесь уже шестимерных нету. Здесь были большинство четырехмерные, пятимерные. Здесь уже трехмерные, четырехмерные эффекты. Снова пользуюсь своим шаблоном. Собственно говоря, здесь уже как раз именно этим сочетанием, именно эти эффекты. Заново запускаю GenLog, ну то есть LogLinear General. Итак, вот мои 8 переменных я не стал уменьшать. Вот перечень сочетаний всех, которые предполагаются generating классом, полученным путем иерархического отбора. И прежде чем запустить GenLog, чтобы время, которое будет работать GenLog, не было потрачено напрасно, надо убедиться, что запущенный иерархически до этого Model Selection не уперся в недостаток итераций. Мы поставили 99 итераций. Чтобы убедиться, что этого хватило, я скопировал табличку со Step Summary в Excel, сделал фильтр по столбцу Number